Ежедневные новости валятся на нас тяжким грузом. Пандемия, кризис, стихийные бедствия. И даже самые отчаянные оптимисты уже не так уверены, что жизнь прекрасна. Но среди всего этого негатива не так уж редко попадаются по-настоящему чудесные истории о бескорыстных людях с огромными сердцами, после которых хочется верить, что все не так уж и плохо на нашей планете. Представляю вашему вниманию 30 ситуаций, когда от одного бескорыстного поступка мир стал немного лучше. После того, как приехавшие на вызов пожарные убедились, что все жильцы были в безопасности, один из них заметил, что на полу лежит маленький котенок, не подающий признаков жизни. Спасатели быстро вынесли несчастное животное на свежий воздух, полили его водой и надели кислородную маску, а дальше случилось настоящее чудо. Сотрудники ДПС, рискуя собственными жизнями, спасли от лихача пешеходов на переходе. Трагедия казалась неизбежной, и чтобы уберечь людей, экипаж успел своим автомобилем прекратить путь несущейся машине. А после полицейским еще пришлось утихомиривать того, кто благодаря им, возможно, не стал убийцей. В Китае Центр управления дорожным движением продлил действие зеленого сигнала светофора, чтобы плохо передвигающийся дедушка успел перейти дорогу, а один из водителей принес ему свой зонтик. Не стоит раздражаться из-за медлительности стариков, когда-то они учили нас делать свои первые шаги. Этот пожилой мужчина остановился посреди дороги и довольно долго растерянно озирался по сторонам, а люди в машинах уже начали нервничать и сигналить, объезжая неудобного пешехода. И только один неравнодушный парень выскочил из своего автомобиля и на руках перенес дедушку в безопасное место. Когда дети нетерпеливо обрывали упаковочную бумагу с огромной коробки, они еще даже не подозревали, что сюрпризом внутри станет их отец, вернувшийся после долгой военной службы. Несмотря на то, что в этот день была не его смена и полицейский прогуливался вдоль набережной со своей семьей, он не смог остаться равнодушным, когда увидел в воде женщину, которую стремительно уносило течением, и тут же бросился ей на помощь. Пес изо всех сил пытается удержаться на плаву в бурлящей реке, пока люди, держась друг за друга, пытаются дотянуться до него. И даже когда кажется, что стихия практически победила, они не оставляют попыток помочь. Из последних сил собаке удается подобраться поближе, и людям удается схватить ее за лапу и вытащить из воды. В Хьюстоне после сильных дождей на одной из дорог случилось наводнение, но пока все просто проезжали мимо и ругались на работников коммунальных служб, как оказалось, усилий одного человека было достаточно, чтобы справиться с затопленным шоссе. Никто не любит грязную работу, но, к счастью, в мире еще есть неравнодушные люди. Спортсмену из Кении внезапно стало плохо, когда он практически добежал до финиша. Парень уже терял сознание и падал, когда ему на помощь неожиданно пришел соперник. Пускай он и пожертвовал собственным результатом в гонке, этот его поступок куда важнее. Саймон Чепард и сам не стал скромничать и запустил в Фейсбуке фотки с финишной прямой, где призвал других пользователей помогать друг другу, независимо от расы и вероисповедания. Ведь все люди, по его мнению, братья и сестры. У этой студентки алопеция, состояние, вызывающее залысины и сильное выпадение волос. Это не опасное заболевание, но оно очень пагубно влияет на самооценку. И когда ей пришлось полностью сбрить волосы, которые отращивала несколько месяцев, она мужественно боролась со слезами во время процедуры. Но окончательно растрогалась лишь тогда, когда ее парень, закончив с ее волосами, принялся за свои собственные и тоже побрился налысо, чтобы поддержать возлюбленную.
Рыбалка и охота не самые гуманные занятия, и в погоне за добычей люди иногда приступают к границе дозволенного, но только не в этот раз. Обычные рыбаки заметили умирающего лебедя, запутавшегося в леске. Птица уже так обессилела в попытках освободиться, что позволила людям приблизиться. Все время рядом кружила пара лебедя, и во время операции по спасению и до нее она плавала вокруг попавшей в беду птицы. После того, как пернатого высвободили из плена, рыбаки отнесли его на берег. Через полчаса лебедь обсох и окрепший отплыл от берега со своей парой, которая все это время находилась рядом. Ну все, лебедь поплыл. Не зря говорят, что дети куда более открыты к миру, чем взрослые. Сколько людей прошли мимо, проклиная отвратительную погоду, прежде чем этот мальчик заметил, что сток перекрывает кирпич, из-за которого и образовался такой потоп. И ему не было зазорно голыми руками вытащить мусор из канализации, просто потому, что это было правильно. Прыгнув за уткой, этот пес случайно угодил в один из каналов Амстердама. А вот выбраться обратно он уже не смог и жалобно смотрел на прохожих. К счастью, нашлись люди, которые не смогли пройти мимо и отправились в воду за попавшей в беду собакой. Как часто мы даже не замечаем людей, которые, тем не менее, каждый день делают нашу жизнь лучше. Пусть это всего лишь чистые стекла в офисе. Но эти сотрудники так переживали, что мойщики окон замерзли, что решили хотя бы напоить их горячим кофе. Собаки прекрасно плавают и обычно не требуют спасения при попадании в воду. Однако в ледяной воде она может погибнуть из-за резкой гипотермии организма. В таких случаях счет идет на минуты. И хорошо, если рядом окажутся неравнодушные люди, такие как Джеки Миллер, которая, рискуя своей жизнью, спасла животное. Когда лабрадор по кличке Харди провалился под лед и не смог выбраться самостоятельно, Джеки легла на хрупкий лед и поползла к Харди. Поначалу лед рушился под весом лабрадора, но пес все же смог выбраться. На берегу продрогшую собаку завернули в покрывало, и в целом Харди был в порядке, не считая небольшого пореза на лапе. Иногда даже дикие животные нуждаются в нашей помощи. Кто знает, что случилось бы с тремя лисицами в бетонном бассейне, если бы этот парень не побоялся спуститься и вытащить оказавшихся в беде хищных животных. Может, люди последнее время и стали более черствыми, но всем по-прежнему хочется, чтобы дети улыбались чаще. В одной из больниц Пенсильвании сотрудники, спускавшиеся с крыши, чтобы помыть окна, были одеты как супергерои. И хоть руководству и пришлось потратиться на костюмы, дети были в восторге. Девочка Джемила, потерявшая родителей и не знающая, что такое игрушки, получила от волонтеров в подарок всего лишь куклу. Но то, что несущественно для одних, для других может оказаться настоящим событием. Особенно для ребенка, не знающего родительской ласки, живущего в бесчисленных лишениях и бедности. Детеныш морского котика намотал на себя целый моток лески, которая все туже затягивалась на его шее. Но, к счастью, на берегу его заметили волонтеры. Оказались они там тоже неспроста. Защитники природы говорят, что мусор на побережье – это серьезная проблема. И сотни тысяч морских животных погибают, запутавшись в сетях и другом мусоре. Этот парень не любит называть свое имя и фигурировать в сводках новостей, но на родине его уже прозвали Человеком-пауком. Османий спас уже столько животных, забравшихся куда не следовало, что о нем вполне можно снимать целый фильм. Более того, его контакты всегда есть у пожарных и ветеринарных служб, чтобы те могли обратиться за помощью. Причем парень практически никогда не использует страховку и отчаянно лезет туда, куда остальные бы не рискнули.
Сколько бы мы ни смеялись над фотографиями утят, переходящими дорогу вслед за матерью, на самом деле птенцы действительно довольно часто проваливаются в канализационные решетки. Но вот далеко не все люди готовы, как эта женщина, остановиться и помочь бедным детенышам выбраться из смертельной ловушки. Проявив немного смекалки, она смогла дотянуться до малышей при помощи кулинарных щипцов, а после довезла их до водоема, где они и воссоединились с остальными утками. Существует даже мнение, что жизнь в нищете, да еще и на улице, делает людей черствыми и озлобленными. Но, к счастью, так происходит не всегда. Этот никому неизвестный парень совершил странный поступок. Он пригласил всех бездомных района на завтрак в один из ресторанов. Интересно, что он вовсе не богат и даже не выигрывал в лотерею, а сам был вынужден перебиваться случайными заработками и жить на улице. Этим жестом он просто хотел напомнить людям, что только проявив к ближнему немного доброты, мы сможем изменить мир к лучшему. Садившийся в электричку мужчина случайно угодил ногой в щель и застрял. Но подоспевшие на помощь сотрудники станции не смогли помочь пострадавшему. И тогда пассажиры взяли спасение попутчика в свои руки. Люди выстроились в ряд и стали наклонять многотонный состав, упираясь в него руками, чтобы ослабить капкан, и мужчина смог вытащить ногу. Полиция и дорожно-постовые службы созданы не только для того, чтобы выявлять нарушителей, но и для того, чтобы просто помогать людям, которые в этом нуждаются. Даже если речь идет о том, чтобы перевести старушку через дорогу. Соседи Ламара Харриса были решительно настроены на то, чтобы уберечь его от выселения. Они за неделю собрали свыше 60 тысяч долларов, чтобы покрыть его накопившиеся долги за дом. Харрис хоть и взрослый человек, но с особенностями. И на данный момент он потерял всех членов семьи, которые заботились о нем. Теперь, когда долги Харриса погашены, соседи помогают ему оставаться на плаву и жить в обществе. Харрис трудится неполный рабочий день на черновой работе. Кроме того, в своем кругу он известен как добрый человек, который всегда придет на помощь, если это потребуется. Он стрижет газоны, вывозит мусор по понедельникам, и ему крайне повезло жить среди таких небезразличных людей. 5 лет назад Юджин Юн принял самое безумное решение в своей жизни. Он случайно увидел на Фейсбуке пост о парне по имени Артур, который передвигался на инвалидной коляске. Он не просил о помощи, не было никаких сборов средств. Парень просто делился своей жизнью. И тогда Юджин решил, что обязательно поможет парализованному человеку снова начать ходить. Правда, требовалось для этого больше 80 тысяч долларов. Юджин оставил работу и посвятил себя блогу, все средства с которого он потратил на обследование и разработку протезов экзоскелетного типа для Артура. Но на этом трогательном поступке парень не остановился и отправился дальше, пока не познакомился с человеком по имени Альберто Веласкес, который не то чтобы жаловался на жизнь, но был вынужден ютиться с семьей из 24 человек под одной крышей. У Альберто была мечта, несовместимая с его жизнью. Он мечтал стать модельером и создавать одежду. Сейчас у парней есть свой интернет-магазин дизайнерских футболок, который обеспечивает несколько десятков человек работой, привлекает спонсоров и помогает Юджину реализовывать свое предназначение – помогать людям вокруг. Hello, I am currently in Santa Barbara printing your t-shirts, and I am so grateful. Когда на одной из дорог Китая произошла авария, одна из машин перевернулась, лишив тех, кто был внутри, возможности выбраться. Более 20 неравнодушных человек еще до приезда полиции объединились, чтобы освободить людей из ловушки. И, возможно, только благодаря им в этом происшествии никто не пострадал. Этот мужчина все никак не мог перейти рельсы, у него все валится из рук, и пока он пытался собрать свои вещи, то не заметил быстро приближающийся сзади состав. Спасение от неминуемой гибели пришло в лице рабочего железной дороги, находившегося неподалеку. Он, рискуя жизнью, прыгнул на мужчину и оттолкнул его с путей. Во время наводнения неподалеку от Огрука Накхали мальчик по имени Билал увидел тонущего олененка, отбившегося от своей семьи. Рискуя своей жизнью, он выловил животное. И даже несмотря на то, что местами уровень воды был выше его роста, мальчик не опускал руку и доставил олененка в безопасное место.
А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, оставить комментарий, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока.